Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсень». Мы с вами сегодня находимся в районе Акденис. Буду показывать вам квартиру 3+1 на срочной продаже. Я не могу. Посмотрите, какая милая кошечка. Сходит подо мной, меня отвлекает. Так, давайте вернемся к квартире. У нас квартира 3+1 на срочной продаже. Комплекс у нас люкс-класса. Чтобы вы понимали, сзади находится блок, в котором буквально 2 дня назад продали квартиру на 7-м этаже за 4 миллиона 800 лир. Наша квартира стоит всего лишь 3,5 миллиона лир. Давайте немного расскажу. Где она? Дубль. Кисюня, из-за тебя у меня тут 500-й дубль. Так, пускай. Давайте вам немного расскажу про внутреннюю и внешнюю инфраструктуру комплекса. Внутренняя инфраструктура комплекса – это детская площадка, беседка, зона барбекю, бассейн, фитнес-зал. Комплекс у нас состоит из 2 блоков. На каждом этаже по 2 квартиры планировки. Она царапает меня. На каждом этаже у нас 2 квартиры планировки 3+1. Что касаемо внешней инфраструктуры, так как это район Акденис, то есть самый центр Мерсина, естественно, в шаговой доступности школы, лицеи, частные садики, магазины сетевые, рынок и общественный транспорт. Все рядом, все доступно. До моря примерно 1 километр. А теперь предлагаю пройти и посмотреть нашу квартиру. Мы с вами поднялись на этаж. У нас на этаже 2 лифта. И посмотрите, какая площадка на этаже. Всего 2 квартиры. Планировки 3+1. Квартира наша уже с газом. То есть счетчик уже установлен. Вам остается только открыть абонемент. И заходим с вами в квартиру. Посмотрите, как мы заходим. Вот такой вот очень красивый, очень такой приятный встроенный шкаф. Здесь кучу места для хранения обуви. Я думаю, всем места хватит. Ну и с этой стороны для верхней одежды. И давайте теперь покажу вам саму прихожую. Вот такая вот, не супер большая, но просторная, хорошая прихожая. Видеодомофон имеется. И давайте теперь смотреть дальше. Мы с вами переходим в коридор. И первое помещение — это у нас общий санузел. Здесь она не простор, именно сам, место, где передвигаться, конечно, для меня, видите, что узковато. Опять же, мне нравится эта мойка, необычная каменная столешница со встроенной такой литой мойкой. Снизу шкафчики, полочки, сбоку тоже есть такой хороший шкафчик для хранения моющих средств. И мне нравится вот это вот. Посмотрите, какая душевая зона зато. Очень-очень большая, такая просторная душевая. Еще и двери раздвижные. Вот так вот. Пойдемте смотреть далее, что тут у нас имеется. Далее, напротив санузла, это первая спальня.
Скорее всего, она подразумевается как детская комната. На полу ламинат, радиатор отопления установлен, имеется окно на улицу. Перейдем с вами далее. Это у нас... обратите внимание, в конце коридора здесь вот такой вот встроенный шкаф. Здесь у нас место для стиральной машинки, а сверху шкафчик с полками для хранения моющих средств. И вторая спальня, тоже как детская, также на полу ламинат, имеется радиатор, джамп остекления, которую можно собрать все в одну сторону. И с этой спальни у нас имеется выход на балкон. Он небольшой, но тем не менее он есть. Такой балкон имеется только у этой квартиры, которая на первом этаже. У других квартир этого балкона нету. Далее переходим с вами в последнюю спальню. Это у нас уже родительская спальня. Также на полу ламинат. Здесь у нас есть свой родительский санузел. И он, кстати, гораздо просторнее, чем общий санузел. Посмотрите, какая она хорошая, просторная. Также мойка литая, из камня выполнена. Далее унитаз, шкафчик над мойкой с зеркалом. И такая же душевая зона, просторная, хорошая. Такая душевая здесь есть. Далее в спальне имеется свой балкон технический. Здесь уже, скорее всего, он технический, потому что вижу выводы под кондиционер. И в спальне также есть еще и гардеробная комната. Это то, что я люблю, то, что мне нравится, конечно, потому что любая хозяйка будет рада такому помещению. Посмотрите, очень много полочек и здесь, кстати, за дверью тоже. Он полностью встроенный шкаф, такой большой, вместительный. С этой стороны у нас имеется пожарный выход. Вот такой, за зеркалами спрятали пожарный выход. Вот такая вот спальня. Мне нравится, я бы с удовольствием здесь жила бы. А теперь предлагаю перейти с вами на кухню, совмещенную с гостиной. Итак, гостиная, совмещенная с кухней. Посмотрите, какая она светлая, просторная гостиная. Очень большая площадь, здесь много места. С зоны гостиной имеется вот такое большое панорамное окно с небольшим французским балкончиком. И далее сюда переходим, и тут у нас получается уже зона кухни. Вы можете его как-то декоративно вот отсюда, допустим, отгородить. Я не знаю, может, декоративными балками, может, стеклянными дверьми, панелями, не знаю. Или же просто поставить вот такой большой угловой диван, и уже будет зонирование. Зона кухни тоже такая большая, потому что кухонный гарнитур Г-образной формы. Очень много шкафчиков, посмотрите, много ящичков, очень много места хранения. Также здесь варочная панель, вытяжка и духовка входит в стоимость. Мне нравятся эти фасады, тоже такие лаконичные фасады, цвет очень приятный, в цвет межкомнатных дверей и встроенных шкафов. Каменная столешница, мойка, конечно, не каменная, не встроенная. Захотите — поменяйте, захотите — так оставите. Но вот сейчас вот такая вот мойка. Далее хочу показать вам вот этот шкаф. Посмотрите, здесь шкаф под газовый котел. И как вы можете увидеть, все выводы уже подготовлены. То есть наша квартира уже с газом. И зона столовой. Тоже вполне много места, вполне хорошее пространство для того, чтобы установить сюда стол, стулья. И здесь обедаете, ужинаете, завтракаете, обошли свой угловой диван, присели и смотрите телевизор. Очень хорошая, очень просторная, красивая квартира
3+1 в районе Акденис мы с вами сегодня просмотрели. Хочу отметить, что в этом комплексе, а этот комплекс считается люкс-класса, и за эту цену очень-очень редко выскакивает такая квартира. Несмотря на то, что это первый высокий этаж, для этого комплекса у нас на сегодняшний день очень хорошая цена. На этом у меня все. Всем спасибо и до новых встреч!